У России такое грандиозное спортивное наследие, что каждый житель нашей страны обязан заниматься, если хотя бы не спортом, то гимнастикой к элементам физической культуры, чтобы быть причастным к нашей великой славе. Я никогда не ставила себе цели стать великой спортсменкой, выиграть чемпионаты мира, Европы и так далее. Я просто безумно любила то, чем я занимаюсь. И сейчас самое важное для детей, наверное, которые приходят заниматься гимнастикой, научить его их тому, чтобы они любили то, что они делают. И тогда они обязательно добьются своей цели. Конечно, я рекомендую заниматься гимнастикой абсолютно всем, и детям, и взрослым. Это замечательный вид спорта. Во-первых, после занятий гимнастикой чувствуешь себя лучше. Во-вторых, развивается абсолютно все тело. Гимнастика дисциплинирует детей и тем самым помогает им стать успешными в будущем. Заниматься гимнастикой нужно всегда. От рождения и до самой старости.